вставишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Прошу поверить. Простите великодушно, но я оказался в трудной ситуации. Я бродячий фокусник из оккупированной Тимерии и... Из Тимерии? Ты уверен? Не из Новиграда? Почему? Почему из Новиграда? Я родом из Марибора и... И ты не годишься для этой работы, у тебя слишком короткая память. Мы ведь уже встречались, только тогда ты был почтенным новиградским купцом, который отчаянно жаждал вернуться домой. Ах, уверяю вас, что... Ну ладно, поймал ты меня. Знаю, что это странно звучит, но, клянусь, я отдам тебе все сторицей. Только не выдавай меня ярлу. Ты думаешь, я дам себя одурачить второй раз? Ярл решит, что с тобой делать. Ну попробуй. Отведи меня к нему силой. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары.
Бывай. Вперед, плотва! Thank you.
И все-таки правду тебе. Здорово! Я пролетел в облик. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов там. Что, опять мечи ковать? Значит, вернулся. С удовольствием взгляну. Будь здоров. Thank you.
Значит, вернулся. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. Изготовишь для меня кое-что? Будь здоров. Пусть твой топор никогда не затупится.